размерен. Все вспомнил, что вам говорит. Так, у вас, конечно, можно, вы бежите, все сюда, сюда. Значит, там, дальше. Там, конечно, ваш клуб. Всем привет! Мы ведем прямой эфир со съемок самого крутого ужастика «По ту сторону». За руку тянешь за собой. С собой тащишь ее. Это твоя девушка. Ты ее любишь. Вам страшно обои. Я ничего не понимаю. Я уже 10 раз объяснял одно и то же. Ну, сделайте это. Мы уже все устали. Так, не снимай ее. В интернет не выкладывай эту дичь. У тебя бэкстейдж получится лучше, чем вот наш кино. Слушай, я сейчас реально радуюсь, что тебя в этой сцене убивают. Достал своими шутками уже. Все. Так, на начале локации когда-нибудь пошли, покажу, тебе объясню. Эту сцену, кстати, сейчас... Завтра утром все пришлет, я уже говорил об этом. Будет съемка самой мистической сцены. Пятый раз завтра утром, ты вообще с командой умеешь работать? У нас сценария нет. Если бы ты мне не мешала, я бы все уже давно они сняла и сделала. Правда, что я надеюсь, мешаю тебе. Кто эти разногласия не закончатся кто дракой. Кто локацию нашел? Ага, этот лес, что ли, да? Да, лес. Ой, спасибо, какая находка. Находка века, без тебя бы леса не нашел. В России лесов нет. Актером. Работай уже. Мне еще поговори. Продюсер. Так, все, вы еще что? Давайте снимем, что есть, а потом решим. Так, все, актеры, вы готовы? Да! Звук. Звук идет. Камера. Камера есть. Все, миленький, давайте снимем это уже наконец, все уже устали. Давайте, все, ребят, соберитесь, пожалуйста. Давайте. Мотор. Начали! Все сейчас начнется. Что происходит? Макс, что с тобой? Макс. У него кровь, Марк. Макс. У него кровь. Не, из шеи идет. Да, да, зажми, зажми. Я сейчас аптечку принесу, давай, стой. Ищу, я аптечку. Звоните в скорую, тут все в крови. У него рубашка вся в крови, звоните. Я выживу, если остановлю.